Сергей Собянин пригласил на каток участников московского долголетия. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере разместил приглашение на открытие сезона катания на коньках для участников проекта «Московское долголетие». В этом сезоне секции по зимним видам спорта заработают для участников проекта впервые. Старт зимнего сезона для них пройдет 27 ноября в саду «Эрмитаж». Гости смогут посетить мастер-класс по фигурному катанию, сразиться в эстафете на льду, увидеть показательные выступления известных фигуристов и ансамбля «Москвички», состоящего из участников проекта «Московское долголетие». Бесплатные занятия для старшего поколения будут проходить на 17 парковых территориях. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте мэра Москвы. Пока у меня все, еще больше интересных новостей из жизни столицы, не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!